Ребята, всем привет! Сегодняшний видеоролик у нас организационного характера. Будем думать, что делать дальше на канале. Открою вам немножечко завесу тайны, какие собираюсь дальше делать проекты. Канал уже превратился реально в чисто турбореактивный. Пока что с этим делом я закругляться не собираюсь, хотя многие мне пишут, что, братан, тема уже заезженная, давай делай что-нибудь другое. Ну, я не знаю, у этих ребят, видимо, какие-то свои планы на жизнь. Они что-то в этой жизни хотят увидеть и требуют реализации своих желаний у меня на канале. Но у меня-то есть свои планы по этому поводу. Например, с Бэшкой, друзья, я уже закруглился. Я, в принципе, хотел поставить туда другую коробку, подобрать задний мост. Там еще нужно было бы сделать кардан, потому что на 60 он уже начинает адски дико вибрировать. Но решил все-таки завершить проект. Пускай проект турбовальной BMW останется тем медленно едущим шоу-каром. Но зато это чисто шоу-кар. Интересно посмотреть, интересно где-то его даже, в принципе, где-то и кому-то показать. Но придется его разбирать, потому что у меня по плану есть еще несколько проектов на эту BMW. Там проектики совсем простейшие, но они очень интересные. По крайней мере для меня. Ну а как будет для вас, мы посмотрим по просмотрам. Это что касается по BMW. Также второй по популярности вопрос — это GTD 350, от которого многим вообще там башни посрывало. Все вместо самолета думали, что будет либо GTD 350, либо про Бэху продолжение. Ну, про Бэху я сказал уже все. А насчет GTD 350, этот проект, естественно, я буду завершать. Но пока что он стоит на месте, пока что он вообще не двигается. Я ничего с ним не делаю, ничего не собираю. Но вы обязательно увидите запуск. Обязательно мы постараемся взорвать этот двигатель, потому что более он никуда не пригоден. Гораздо проще купить уже готовый такой движок и куда-то его ставить, чем восстанавливать темную лошадку с каким-нибудь закупоренным каналом. Это все равно, что сердечника заставлять бежать марафон. То, что он с этой дистанции сойдет, это мы знаем 100%. Тут вопрос, на каком километре или на каком метре. В общем, здесь та же самая ситуация. Этот двигатель годится только лишь, чтобы его просто запустить. Из руин поднять, так сказать, посмотреть, как он работает. И постараться дать ему на всю, ну, посмотреть, что будет. В общем-то, такие дела по GTD 350. Ну и самолет, который с турбиной на 18 килограмм тяги. Здесь ее, как видите, нет. Потому что она до сих пор стоит на самолете. Самолет отлично летает. И получилась такая недешевая, но очень хорошая игрушка, скажем так. Как оно есть на самом деле. Хотя там еще можно много экспериментировать, но после крайнего видео я заметил, что в принципе эта тема уже не очень интересна. Над этим видосом я очень долго работал. Это рекордный был видос по временным трудозатратам. Я на него затратил больше всего сил за все время существования канала, но увидел, что угас уже ажиотаж. И даже я там устраивал голосовалку. То есть я хотел сделать действительно рекордный самолет, уменьшить фанджет. Фанджет очень хорошо летает, там все настроено, у него хорошая аэродинамика. То есть когда он ровно летит, видно, что рули никуда ни вверх, ни вниз не нужно тримировать. Все сбалансировано, профиль крыла получается подобран правильно, все отлично. Я хотел сделать маленький самолет скоростной, поставить туда ту же самую очень мощную турбину на 18 килограмм тяги. Если этот 240 километров в час пошел, то тот мог развить, по крайней мере, 400 километров в час как минимум. А если еще и применить пикирование, то возможно все 500-600 километров в час. И можно было бы поставить рекорд скорости на канале. Но, как я заметил, эта тема тоже неинтересна. Особенно в среде моделистов. То есть я уже знаю по комментам, кто у меня на канале моделисты. Ну, не всех, конечно, и не всем эта тема не интересна. Но я заметил, что большинство не интересуется. Поэтому получается, что делать этот самолет и бить рекорды скорости я, скорее всего, тоже не буду.
Ну, может быть, и буду, потому что мне это дико интересно, но особо вкладываться в видеосъемки тоже не буду по этому самолету. В общем-то, такие дела. У вас еще есть шанс в комментариях переубедить меня в этом плане, что вам это интересно. Ну, в принципе, я уже все увидел. Поэтому вряд ли это получится. Далее, ребят, по будущим проектам. Это все дело прошлых лет. Видно, уже темы заезженные. Поэтому и так все происходит. По будущим проектам следующее. Хочется сделать крайне маленький реактивный двигатель. Я вот здесь вот этих два положил. Именно для того, чтобы показать вам габаритные размеры и проконсультироваться с вами. Что делать? Потому что у меня есть два варианта. Возможно, я два варианта и сделаю. Это, конечно, не факт, но все может быть. В общем, двигатель должен быть прям крайне маленький. Покажу на примере вот этого баллона. Микрореактивный двигатель планируется сделать вот такой примерно. Ну, может быть, по длине чуть длиннее. У меня задача сделать самый маленький турбореактивный двигатель в мире. Сравните размеры. Вот такой вот он планируется. Вот такой я сделал. То есть, обратите внимание, какая разница гигантская. Ну, а это заводской движок на 8 килограмм тяги. Это все, конечно, хорошо, что я планирую, но, скорее всего, у меня ничего не получится. Это будут лишь попытки. А вот если сделать в таком размере, то я практически могу гарантировать, что он заработает. Но, видите, это уже гораздо больше, хотя все равно намного меньше, чем этот. То есть в этом у меня состоит и дилемма. То ли делать вот такой, но неизвестно, заработает или нет. Скорее всего, нет, но мы будем пытаться. Очень будем стараться. То ли сделать вот такой, который заработает на 90%. Тоже не 100, конечно, но на 90, что я смогу сделать и подобрать и камеру сгорания, и крыльчатки, и все заработает, и довольно-таки успешно. Вот такой вот один из проектов, что я хочу сделать такой движочек, не тайна для тех, кто давно на канале. Но дело уже приближается к старту этого проекта. Это будет, наверное, такой основной проект зимы. Потому что что-то, мне кажется, быстро сделать не получится и придется делать несколько разных экземпляров. Но если удастся это сделать, это будет самый маленький турбореактивный двигатель в мире из тех, которые производятся серийно. Возможно, есть и гораздо меньше. Я вроде бы там натыкался, что там с крыльчаткой в 1,5 миллиметра даже что-то делали. Но это какие-то промышленные рекордные образцы. То есть там пытаться это все повторить просто нереально, друзья. Там используются уже просто мега какие-то технологии. Но вот я хочу попробовать сделать маленький. У меня, кстати, есть видос подобного плана, где я планировал. Я ссылочку на него найду и вставлю в описание. Можете посмотреть, что с того времени было выполнено. Большой ТРД был выполнен. Камеру сгорания я попытался сделать, не получилось, но я попытался. Пока что думаю, как ее делать, потому что вещь оказалась как бы ну совсем непростая. Вот как она выглядит. Здесь форсунки. Здесь специальные лопатки, завихрители, чтобы, собственно, она могла гореть. Но она так и не загорелась. Она была, во-первых, малого объема. Нужно было диаметр делать гораздо больше, чтобы реактивная струя замедлялась. А так слишком большая скорость, пламя просто тухнет. Потом еще ряд конструкторских здесь нововведений был, которые я сам там проектировал. Но они, наоборот, хуже сделали. Ну, то есть, все это было спроектировано неправильно, и форсажная камера не заработала. Также была у меня идея скрестить импеллер. Это такой мощный вентилятор на 5 кВт с камерой сгорания, что я тоже осуществлял. В конечном итоге все это загорело. Сделал даже смотровое окно, чтобы смотреть, как горит. Но после того, как оно загорелось, я решил эксперимент дальше не продолжать. А так, вон она, камера сгорания. В принципе, ее можно отсюда извлечь и поставить на какой-нибудь реактивный двигатель, опять же, самодельный. Ну, а насчет большого ТРД вы сами все видели. Ну, хоть он и не самодельный получился, но
собрал из того, что было, и получилось запустить, и получилось поставить на BMW в реактивном варианте, попробовать толкнуть ее, и в турбовальном варианте. Этот силовой агрегат у меня в работе, его тоже можно куда-нибудь поставить в будущем. На какую-нибудь другую, более легкую технику, где оно действительно будет рвать и метать. Это что касается турбореактивных планов. Пока что делать изменяемый вектор тяги в доске моих желаний не значится. Но в будущем, может быть, и такое будет реализовано. Также пока что не хочется делать сопла изменяемой геометрии. Это нужно, если делать форсажную камеру. Если буду второй раз делать форсажную камеру, может быть, и сделаю такое сопло. Вообще, мне хочется поделать какие-то микропроектики. Опять же, возобновлю рубрику обзоров на микродвигатели. У меня еще, по крайней мере, около 5 микродвигателей разных есть, чтобы сделать на них обзор. То есть, это разборка, это проба запуска и это измерение тяги. Вот этот двигатель, например, чем он интересен, ну, кроме того, что он очень редкий, здесь уже есть кольца. Поршень крайне малого диаметра, где-то около 18 мм. И есть два поршневых кольца. Хочется возобновить эту рубрику и доделать обзоры на двигатели, которые мне подарили подписчики. По крупным проектам на далекое будущее пока что все очень туманно. Но очень хочется следующее лето посвятить моделизму. Также хочется делать микропроекты, связанные с токаркой. Это очень удобно делать, и, честно говоря, из-за этого удобства мне это очень нравится. То есть в своей мастерской можно какие-то делать маленькие самодельные двигатели. Все это здесь же и тестировать. Не нужно закупать никаких огромных болванок, как в случае с Бэхой. Там просто разорилово было какое-то, ребят, если честно. Маленькие проекты, они тоже уникальные и очень интересные. Вот хочется услышать ваше мнение по этому поводу. Много-много всего можно сделать. Начиная от парогенератора с паровой турбиной, либо с паровым двигателем поршневым. Заканчивая какими-нибудь необычными электродвигателями. Все время мне предлагают, пишут в личку, предлагают сделать тот или иной вариант вечного двигателя. Я, конечно, смеюсь всегда над этим, ребят. Ну, люди витают в каких-то облаках. Ну, не существует вечного двигателя, поймите вы меня правильно. И да, и Земля все-таки шарообразная. Я являюсь шаровером, или как они там это все называют. Ну, вот эту дичь я просто с таким смехом все время слушаю и смотрю в Ютубе. Это просто жесть какая-то. Конечно, поднимает настроение. Еще в будущем грядет преображение мастерской. Сейчас пока некоторое затишье в этом плане. Хотя на столы доски мы уже с Олегом закупили. У нас уже есть шпон, фанера, ЛДСП и все, что нужно. Всякие ножки, крепеж и 5-10, все, что нужно для того, чтобы сделать крутые столы в мастерскую. То есть от одной стены до другой. С ящичками и со всеми другими ништяками. В общем, это тоже нужно будет делать и нужно будет затратить на это большое количество времени. Но без этого, ребят, невозможно развитие. Я вот сейчас пришел к тому, что немножко стопорнулся в этом плане. Уже целый год примерно я не развиваю мастерскую. Даже нечего снять по мастерской. То есть раньше я каждый год снимал видос, что изменилось, что было. Сейчас, к сожалению, я этого видоса снять не смогу. Потому что кроме бардака изменилось крайне мало в этом направлении. А хотелось бы развивать и мастерскую. Хотелось бы прикупить фрезерный станочек, поставить. Ну, все это будет в дальнейшем. Уже, в принципе, наговорил, наверное, на целый год проектов. Хотя кажется, что вроде бы ничего такого, но чтобы это все сделать, осуществить, придется затратить приличное количество времени. Вот, например, с Бэхой я возился, наверное, больше, чем полгода. Начиная от налаживания турбостартера,
потом создание турбовальной версии и прочее, прочее, прочее. Ну и саму BMW пришлось подшаманить. Пришлось затратить приличное количество времени. Также, думаю, будет и с микро ТРД. Хоть он и маленький, но придется повозиться. Кстати, рабочие обороты у него будут от 70 до 250 тысяч оборотов в минуту. Вот представьте. Ну, это если он заработает. Вообще, если сделать такой движок в хорошем исполнении, с хорошей тягой, у заводского калибра тяга, по-моему, около 2 кг. Если совершить что-то подобное, но сделать меньший размер, меньшую массу, пускай даже тяга чуть-чуть меньше будет, ну, не совсем маленькая, то это, в принципе, уже может получиться какой-то коммерческий продукт, потому что такого в природе не существует. Ну, хотя я за этими делами, за коммерцией не гонюсь. Мне, в принципе, для своего удовольствия я это все делаю. Хочется тюнингануть вот этот фонарик, ребят. Я уже даже знаю как. Хочется выжать с него 200 тысяч люксов. То есть, чтобы такой поток света был нереальный. Сейчас здесь стоит светодиод 100-ваттный всего-навсего. И рассеянный поток на 60 градусов. Хочется этот поток сфокусировать. Вот здесь две линзы. И придется делать третью, чтобы это все сфокусировать. Фонарь еще больших габаритов будет. Но это тоже одна из таких небольших задумок. Не знаю, когда это все буду делать. Может быть, очень скоро. Не знаю, правильно ли я делаю, что выкладываю вам сразу все карты. Возможно, это немножко неправильно. Хочется, конечно, создавать интригу. Посмотрим, как вы отреагируете на этот видос, что напишите в комментариях. Для меня это очень важно. Мне нужно понимать не только, что я хочу. Я много чего хочу, ребят. Ну и важно понимать, что хотите вы. Поэтому жду дикого обсуждения в комментариях всех этих вопросов. Может быть, вы вообще напишите что-то дико интересное, что я вообще загорюсь и сразу кинусь это делать. Только не пишите про самолет. Ребята, самолет изготавливать в планах у меня пока нет. Сразу вам говорю. И, скорее всего, не скоро появится. Для этого нужны площадя. Для этого нужно хорошенечко продумать логистику. То есть, если бы я жил в деревне, например, рядом с полем, с которого можно запускать с огорода практически этот самолет настоящий, да я бы уже бы давным-давно его сделал. Это 100% я вам говорю. Но так как я живу практически в центре Ростова-на-Дону, где вообще в принципе закрытое небо и нельзя летать, то есть мне нужно с этим самолетом как-то мыкаться, как-то что-то выбивать, какие-то разрешения. То есть, если я его и сделаю, я столкнусь с какими-то огромными проблемами, чтобы на нем летать. Вот именно этого у меня в планах нет. Наживать себе в этом плане проблем. Так что можете за самолет даже не предлагать. Турбостартеры я не забросил. Я буду продолжать думать, что с ними делать. И куда поставить. Проще всего ставить реактивный вариант. Можно использовать различную технику. У меня есть много задумок. И по-любому вы эти турбостартеры, либо другие. У меня еще другой есть турбостартер, ребят, которого вы не видели вообще. Я не знаю, показать вам его сейчас или не надо. Хотите, покажу? Блин, почему нет? Сейчас все карты вам открою. Он у меня в гараже, где бэха стоит. Вот она, красавица. Еще ничего не разобрал даже. Вот. Ну, а вот здесь у меня еще один турбостартер. Вот он, ребят. Ну, вот примерно так это все выглядит. Это тоже турбореактивный двигатель. Здесь все есть. Насосы, стартер. То есть все должно работать без всяких танцев с бубном. И не надо будет городить какие-то новые самодельные насосы. Для того, чтобы запускать его. Но я не знаю, как он называется. Я буду делать обзор на него в ближайшее время, возможно. А возможно и нет. Ну вот тогда-то мы и узнаем, как он называется. Я смогу найти литературу, чтобы суметь запустить его.
Ну, здесь таблички стерты, и пока что я даже не знаю, что это за зверь такой. Но могу уже вам показать. Он уже давно у меня. Судя по всему, там даже подшипники хорошие. И вообще все с ним должно быть хорошо. Но нужно будет все равно разбирать. Потому что человек, продавший мне его, это, кстати, отец одного из подписчиков. Вот, сказал, что там что-то не закручено. И вообще нужно делать ревизию. Нужно смотреть, как да что. Я, например, вообще не могу там понять, что там куда подключать. Потому что непонятно. Внутрь я не могу заглянуть. Литературы нет. Поэтому нужно изучать, ребята. Изучим! Это не проблема. Еще есть желание сделать пару необычных самолетов с необычными характеристиками. Ну, в основном моделисты такое не делают. Буду это анонсировать, когда захочу заняться. Ну, надеюсь, моделисты не забракуют. Не скажут опять, что им это неинтересно. Вот. Так что, ребята, очень серьезно прошу вас отнестись к тому, что я говорю. То есть вы голосуйте, пишите свое мнение, потому что реально у меня пропадает желание это делать. Хотя мы на нашем канале можем сделать все, что угодно. В том числе и самолет, и ракету. У меня, кстати, было желание сделать ракету на вот этом двигателе. Двигатель 8 килограмм тяги. Можно было бы, в принципе, сделать ракетку легенькую, там, килограмма 4. Я все рассчитывал, проектировал, думал уже, как это реализовать. И можно было вертикально стартующую ракету сделать на реактивном двигателе. То есть не на ракетном, а на реактивном. Это бы получилось что-то типа крылатой ракеты, если еще крылышки к ней приделать. Ракета могла бы быть прикольная. Но я не знаю, как сделать систему стабилизации. Потому что крылышки маленькие, стабилизаторы на ракете. И она начнет вращаться. Как ей управлять, как внедрить туда систему устойчивости, я пока что не знаю. Может, с квадрика как-то применить можно. Или еще с чего-то. Ну, нужно что-то брать общепотребительское такое. Чтобы не изобретать велосипед, а брать уже готовую электронику. Ну, пока что я не придумал. Но ракета была бы прям совсем высокотехнологичная, потому что нужно было бы постараться сделать максимально легкое все это дело. Вот. Ну, может быть, сделаем когда-нибудь. Короче, сейчас все карты пораскрываю вам, ребят. Хорошо, хоть маленькие видосы я вам не раскрываю, что я хочу делать. Ну, то есть, такие не проекты, а видосы-однодневки, скажем так. Тоже очень много разных интересных идей. Короче, ладно, на этом все, ребята. Пишите в комментах ваши идеи. Это как раз-таки тот видос, в котором они могут начать воплощаться в жизнь. Если что-то попадется более для меня интересное, чем я вам сейчас рассказал, чем я навыдумывал, то я возьму вашу идею за исполнение и буду ее воплощать, если будет прям мега интересно. Ладно, у меня на этом все.